Всем большой привет! Всем привет! Мы с Максимкой неспроста. У нас сегодня сюрпризов день. Сразу приехало два сюрприза. Один мы ждали, потому что нас предупредила Леночка. Но вот этот сюрприз был очень неожиданным. Он приехал из города Саратов. Приехал он от Яны и ее сына Арсения. Яна какое-то время назад, наверное, в августе или в сентябре написала, что они с сыном Арсением хотят прислать Максимке небольшой подарок. Ну и что-то будет еще мне из сюрпризов. Но прошло 2 месяца, и когда сегодня я получила посылку, я сначала даже не могла понять, от кого это и что это. И только открыв, увидела и поняла, что там. Но я решила сохранить интригу. Максимке я ничего не говорила. Я в предвкушении. Да, он не знает, что там. Ну, так что, Максим, я тебе вот что скажу. Арсений сам собирал специально для тебя некоторые вещи, зная, что ты очень любишь котиков. Круто! Спасибо! Да. Ну, давайте смотреть, что прислали нам Яна и Арсений. Открывай! Знаю. Ну давай я буду открывать, смотреть. Вот. Что-то тут такое интересное, похоже на упаковку какую-то. Да, и. Ну ты пока следующая, я буду это открывать. Ух ты, книжка! Какая? Айвенга. Айвенга. Ух ты, Вальтер Скотт. Популярный. Вот такая книга. Ух ты! Спасибо! Да, она еще и с иллюстрациями, Макс. Ух ты! Классно! Про рыцаря Айвенга. Средневековье. Очень много иллюстраций, причем они, видишь, какие глянцевые такие. Еще такого не видел. Да, это мы не читали, и Макс еще даже и не слышал. Ну, складывай рядом с собой. Магнитные закладки с котиками. Спасибо. Ой, какая прелесть. Вы смотрите. Это Арсения? Да, Арсений тебе специально покупал то, что там, чтобы было с котиками. На что? Спасибо. Да. Арсений, тебе отдельное спасибо. И от меня тоже. Ой, какая прелесть. И причем они совершенно разные. Да, все котики разные, и белые с черным меняются. Какие. Ой, какая прелесть. Еще такие широкие. Ага. Я все открываю, что тут нам приехало-то. Ой, это что-то интересное. Смотрите, это такая сумочка. Сумочка? Да. Подарочная. Какая она красивая. Вот она какая. О, у меня даже ручки. Да, вот она какая. Классно. Такая подарочная упаковка. Можно в нее даже сложить все подарочки. Угу. Ну, наверное, ее оставим. Давай дальше. Что у тебя там так интересно? Мне самой интересно. О, мой девиз. Всего 3 слова. Улыбайся, это клево. Ну-ка, кто там? Кот! Да еще с какой обаятельной улыбкой. Смотрите, на Макса похож. Ну-ка, улыбнись-ка. Ой, какой красивый. Это 96-листовая листовая тетрадь в клетку. Супер. Да еще такой позитив. Мне кажется, весь урок будешь сидеть довольный. Вот так вот на учителя смотреть. С таким девизом и с таким котом симпатичным. Давай дальше, что там? Ух ты! Забавные истории! Здесь написано Funny Stories. Прелесть-то как. Картинки-то какие. А посмотри назад, там кот с колбасой. А вот он, вот он. Это Макс. Макс на завтраке, да?
Вот такие красивые. Ой, такой позитив. Аж настроение. Ой, смотри, тут как интересно. Тут и на первой странице можно раскрашивать даже. А листы дальше. Тут написано забавные истории. Может быть, есть вообще картинки. Ну, тут, наверное, и сзади прелесть. В общем, можно даже, если на уроке сильно скучно, можно даже раскрашивать. Ага. Вот, и все в клетку. Супер. Вообще супер прямо. Мне кажется, такую жалко использовать. Надо будет ее спрятать в наши запасики. Ух ты. В коллекцию. Что там? Здесь написано, сколько мышей ты видишь. Тут нужно считать на уроке мышей. Есть ворон считать выражение, а здесь мышей считать. Вот, есть чем заняться тоже на уроке. Будем мышей считать. Спасибо, такой смешной. Ой, какая прелесть. Интересно, сколько их там? Тоже в клетку. Вот так вот. Очень-очень позитивно, классно, интересно. Яна, Арсений, спасибо вам огромное. О, кот Саймона. А тут он разный. Тут разные. Ну-ка. Так, это наш любимый мультик про этого кота Обжору. Он похож на нашего Степу. Потому что Степа все время забывает, что он только что ел и снова идет к плошке. Ой, какая прелесть. И все разные. Да, все разные иллюстрации. Клетку, все альбомчики, ну, эти блокнотики. И вот так вот они смотрятся. Рад? Да. Рад, еще бы. Дальше. Ой, прилипло. Ух ты, магнитные закладки с котиком и слоники. Они слиплись. Это мы сейчас оторвем. Вот. Вот такие магнитные закладки. Макс уже там дальше в пакете. Ему интересно, что там. Вот такие красивые. Тоже с кисками. На самом деле очень приятно, что Арсений и Яна, вы выбирали по интересам. То, что действительно принесет радость. Смотрите, как инь и янь. Красный с черным. Вот такие два слоника. Это ластики в нашу коллекцию. Таких ведь нет, да, Максим? Ну, были. Такие же? Ну, я не помню. Как, если, может быть, другие цвета. Я даже не помню, что слоники были. Я видел. Видел? Вот какая коллекция. Даже я не помню, что там. Но мы обязательно посмотрим. Ну, если парочку, то это еще лучше. Это еще лучше, конечно. Саратов. Магнит. У нас даже будет магнит на память. Давайте я его выну, потому что тут мешается немножко. Вот такой красивый. Ощущение даже не ощущение, а это рисунок. Да? Рисунок? Да. Покажи. Сейчас. Вот такая красота. Или такая фотография сделана, как будто рисунок. Очень красиво. Мне показалась фотография. Ух ты. Ну, бывает фотошоп такой, что да. Из фотографии делают рисунок. О, видно. Есть там еще чего-нибудь? Угу. Два бальзама для губ детских. А, с кошками как раз. Ага. Это котик апельсин и кошка мята. Ну, давайте посмотрим. Когда-то у нас были, и они закончились. У меня был только апельсинчик. Ну, у нас была и мята, только она была, по-моему, у меня. Или только апельсин у нас был? Только апельсин. Только апельсин. Ну, вообще, красота. Сейчас... Вот такой вот котик апельсин. Он сейчас... там довольный Макс выглядывает. И сейчас он даже еще больше нравится. Да, вот он такой. Можно понюхать? Сейчас понюхаешь. Такой милый котик. Вот он даже подмигивает. И сзади у него хвостик. Сейчас я Макса закрою. Вот он так подмигивает. И вот такой вот хвостик. Держи, сейчас я кошку пока буду открывать. У них должен быть легкий-легкий такой аромат. Едва уловимый. Вот такая кошечка. И вот такая она красавица. И тоже с хвостиком. И по-моему... Ой, как она выпрыгнула прямо. Вот такая вот розовенькая. Ладно, понюхай. Ну, так ярко пахнет, вкусно. Мятый жвач, как жвачка. Баблгам.
Да, да. Это баблгам, наверное. Где тут написано-то? Я на свете всех милее, ясно? Вот так. Крем бальзам. А здесь тоже написано, знаешь, что на котике? Что? Что не съем, то вот надкушу. Правильно, мудрый кот. Так, вот сюда мы их ставим. А то что? Я на свете всех милее, ясно? Серьезно. Да. Вот, теперь для тебя. Для меня? Ух ты! Я же даже сама не смотрела. Мне самое интересно. Это непревзойденное питание. Крем для рук с маслом африканского дерева ши. Ну, крем для рук, это все мое. Как я люблю такие вещи. Вот так вот он смотрится. Классно. И я очень люблю вот этой серии аромат. Он вкусный-вкусный. Наверное, зафольгирован. Нет. Да, приятный-приятный, сладкий такой аромат. Да, пахнет ванилью. Да, ванильный такой. Ну, маслом ши вот пахнет. У нас есть бальзам для... Очень классно. Спасибо. Ага, второй крем для рук. Восстанавливающий уже крем для рук. Сокровище пустыни с марокканским органовым маслом. Смотрите, что делает. Шутник! С головой залез. Ладно, хоть не с ногами. Так, второй вот такой крем. Ой, я рада. У меня таких не было от Avon. Они дорогие, поэтому я их не покупала. Спасибо, Яночка, огромное. И у них классный такой объем, что можно в сумочку положить. И удобно пользоваться такими. Ну, есть там еще что? Да, есть крем для рук и увлажняющий крем для рук. Ну, давай, доставай, нам же интересно. Райское увлажнение. Так, третий крем для рук. Тоже от планеты Спа. Но это вообще у меня прямо целый набор. Прям кремом я рада. То, что надо. Да еще те, которые я не пробовала в Avon. Вот такой третий крем. Ой, вообще, я сама себе завидую. Красота. А смотрятся-то они как красиво. Интересно, как они пахнут? Потом понюхаешь. Но самый вкусный вот этот вот шен, сладкий. Так вот давайте отъедем, чтобы мои кремы-то было видно. Безмятежность Прованса. И четвертый, или еще будут прямо. Я уже жду прям крем за кремом. И четвертый, безмятежность Прованса. Ой, какая красота. В них по 30 миллилитров, очень красиво. Даже вот на подарок действительно вот пришло в подарок, и так красиво, так смотрятся здорово они. Так, давай мы твое подвинем. Давай, двигай аккуратненько, красиво двигай. И вот так. Вот такая красота получилась. Он облокотился на нее. Вот так положи. Вот так красиво. Спасибо. Огромное спасибо и Арсению, и Яночке. Просто супер. Я сейчас быстро разложу, мы с вами все это дело посмотрим. Интересно, сколько мышей там? Ну все, у Макса будет чем заняться. Он уже в дилемме. Мышей считать. Так, как давай раскладывай красиво, чтобы было. И мы сейчас все вместе посмотрим. Вот. Ну, что ты скажешь Арсению и Яне? Огромное спасибо. Да. Такие классные тетрадочки. Ну, давайте смотреть поближе, мне самой интересно. Это, наверное, я об тебя облокачиваюсь. Вот. Да, кстати, похоже. Ты красненький, а я черненький. Да, так и есть. Это мы с Максом. Все символически. Так, возвращаем наш магнитик. И давайте посмотрим. Очень красивые вот эти два бальзамчика. Спасибо, действительно, котики. Все как мы любим. Угу. Это моя коллекция, мое богатство. Смотрите, как смотрится. Вообще супер. Очень красивая коробочка к нашей стене подходит. Ну, прям даже как декорацию можно оставлять. Вот, например, ваза с цветами и такая подарочная коробка. Мне кажется, вообще просто шикарно смотрится. Магниты. Макс уже тут считает котов. Такие тетради прям позитивные.
эти мне понравились. Один ты подаришь? Да, конечно. Конечно. Это хорошо. Вот такие Саймоны, обжорки. Коты Саймона. Да. Мыши. Мыши еще не сосчитали, но сосчитаем. Я и Венга. Это очень интересная детская книга. Ну, подростковая такая. Приключение. Она большая? Ну, читаешь, узнаешь. Вот такой приятный-приятный сюрприз. Из города Саратова. Да? Угу. Приехал от кого? От Яны и... И Арсения. И Арсения. Всем большое спасибо. Да, спасибо огромное за просмотр. Яночка, Арсений, спасибо вам большое за такой приятный сюрприз. Теперь будем ходить и улыбаться, как вот этот вот котик. Да? Ага, или как этот. Или как? Какой этот? Как этот. Да. Смотри, здесь хвост торчит, и здесь написано «Кот тут». И вот такой. Не, ну тут можно каждую иллюстрацию, конечно, рассматривать, потому что они очень-очень потешные. Кот уснул в мечтах, прикусив в клетку. Это да. Ну все, прощаемся. Давай. Спасибо огромное всем, кто порадовался вместе с нами такому милому, приятному сюрпризу. Нам приятно. Яна и Арсений, огромное-огромное вам все-таки спасибо большое-большое человеческое. Всем пока! Всем пока!